Переговоры между лидерами оппозиции и президентом длились сегодня больше 3 часов в здании администрации президента на улице Банковой. Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Цыгнибок встретились с Виктором Януковичем, а также главой СНБО Андреем Клюевым, советником президента Андреем Портновым и министром юстиции Еленой Лукаш. Они входят в состав рабочей группы по урегулированию политического кризиса. Ход переговоров участники с обеих сторон комментируют крайне неохотно. Мы связались с Еленой Лукаш, участницей этой встречи, по телефону. Из ее заявления становится понятным, что на данный момент стороны к согласию не пришли, а переговоры, возможно, будут продолжены завтра. Однако о дате встречи еще не договорились. Больше 3 часов тривала достаточно напряженная встреча на сегодня, слідко подавати, что первый этап переговоров завершен. Шкода, що опозиція відмовилася підписати чи хоча б оголосити заяву про засудження екстремістських та радикальних дій в центрі столиці. Також шкода, без відповіді залишилось питання, чи буде опозиція в подальшому контролювати радикальні дії на вулицях Києва. Перемовини тривають, і позиція влади – це мирне врегулювання конфлікту. Отмечу, что лидеры оппозиции Яценюк, Кличко и Цыгнибок вышли из здания администрации президента после переговоров молча, не дав ни одного комментария. Позже на заседании учредительного собрания Народной Рады, это новое объединение нардепов от оппозиции, лидеры оппозиционных фракций заявили, что предложили власти созвать внеочередное заседание парламента, распустить правительство и отменить законы, которые были приняты 16 января. При этом единой позиции нет, Цыгнибок вообще не видит смысла разговаривать с властью, Яценюк ставит ультиматумы, Кличко говорит о дальнейших переговорах. Рассматривает президент досрочные выборы, где можно поменять власть, ответа не получено. Возможен ли отставка кабинета министров? Возможно, но это нужно будет согласовать на очередной сессии. Переговоры продолжаются. Це є той режим, з яким абсолютно неможливо знайти будь-якого компромісу. У нас залишилось 24 години. Якщо цього шляху не буде, скажу про себе. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб.